Да. Алло, Мария? Да. Здравствуйте, Селиванцева Екатерина. Вы ко мне в ВКонтакте, да, объявление увидели? Да. Ага. А с компанией вообще знакомы? Нужно рассказывать? Ну, слышала, да. Угу. Понятно. Ну, в общем, слышали, наверное, может быть, давно. Последний год, два, там другой совершенно ассортимент. То есть все для новорожденных есть с нуля лет. И слюнявчики, и боди, и присыпки. Посуду мыть, порошки детские, да, вот это все. Одежда детская, обувь. Вот. Взрослая одежда тоже вся есть. И мужская, и ботинки, и пиджаки. И женская одежда, и для детей до роста 170 и с нуля лет. Вот. В основном вот это хиты продаж и хостовары. Ну, это вот посуду мыть, ванну, туалет мыть, такое. Пятноводители, отбеливатели, да. Вот самое популярное идет это. Конечно, тут есть еще и витамины, и медицинские аппараты. Вот. Поэтому ассортимент очень огромный, да. И цены тоже очень хорошие. Мы не привязаны вот к курсу доллара. Сегодня видели, да, евро 82 рубля. Не видели? Доллар там что-то около 65 рублей стал. Ну, то есть буквально евро на днях 65 было, и тут сразу 82. И еще растет. Так что некоторые вот компании же привязаны к курсу доллара, у них цены растут. А у нас российская компания, тут сейчас будут цены и так низкие, да? Вот, сейчас все подскочит импортное. Так, ну, вообще классные цены в кризис. Нормально. А вы вообще чем занимаетесь? Я работаю в спортивном клубе. Понятно, но очень хорошо. Тут еще спортивное питание есть. И для похудения все, вот. А в каком это клубе? Платформа. Да? Да. Вот около меня тоже есть платформа. Ага, наверное, 9 января. А, понятно, ну тоже недалеко, ясно. В общем, у нас, значит, методы рекламы такие. Мы даем 22 метода подачи рекламы, да? Выбираем из них два. Плотно я сопровождаю, обучаю. У нас инструкция полностью, начиная как рабочие аккаунты открыть. Ну, открыть-то их 40 секунд, да, заполнить минут 10 там каждый. И программа есть автоматически. В общем, 3 дня на обучение, да, и на открытие аккаунтов. То есть первый день открываем, второй день заполняем, третий день уже можно размещать рекламу. Вот. Уже с первых дней будут покупатели идти. Большинство идет просто на скидку, дисконт, покупки, в общем, да. Вот. С Инстаграма много идет. Например, просто говорят, я сумку там хочу купить или там туфли, не знаю. Вот. Есть такие просто. Кто-то хочет тоже в виде подработки, тогда мы добавляем их в обучение еще в Телеграме. Я тоже после разговора добавлю. Вот, оно у нас бесплатное. Сама подача тоже бесплатная. Ну, рекламы. Ага. Вот. Еще сейчас новичку подарки. Это тоже все нужно изучить, какие программы новичку, потому что, ну, это основы, как там делать заказ, оформлять, кнопочки какие нажимать, формы оплаты. Вот, потому что с разными регионами работаем. Это все тоже будет там. Вот. Потому что, ну, без основ помочь новичкам, если вопрос какой-то не сможем, да? То есть новичку сейчас какой подарок? Набор хостоваров бесплатный или на выбор набор косметики? То есть он делает первый там мелкий заказик, да, такой одноразовый, и получает набор такой. Ну, грубо говоря, сумма покупки ему возвращается набором. Uh-huh. Вот, там можно выбрать. Ну, мне кажется, набор хостоваров лучше. У вас дети-то есть? Да, есть один. Ну вот, у меня тоже один, 9 лет моему. Вашему сколько? 5, мальчик. Ну, у меня тоже мальчик. В школе вот сейчас занимается. Понятно. Ну, тем более, я вот позавчера или вчера купила футболочек здесь 200 рублей, да? Сейчас еще 4 вещи, 20% скидка. Футболки 100% хлопок. Материал очень такой плотный, классный материал. Ну, в магазинах же синтетика 600 рублей стоит, да? Да, да. Ну, а тут по 200 рублей я купила 3 штуки.
ну, постоянно вот растет, я полгода каждую ревизию делаю детских вещей, да? Тогда постоянно вырастает. Да, старые вещи на Авито продаю, а новые вот такие хорошие закупаю. Ну, штаны уже все купила, но сейчас, думаю, тоже сейчас вырастет уже быстро. Постоянно, в общем, что-то надо, но здесь очень выгодно брать. Плюс еще мне на мой заказ возвращается же зарплата. Ну, я же свой товарооборот принесла. То есть мне 23% возвращается. Вот. Как бы, ну, тоже очень хорошая получается дисконт. И так у нас скидка. Еще и вернулась. Вот. Ну, понятно, что мой заказ это капля в море, да? У меня 1,5 тысячи людей, да, которые делают заказы. И как бы, ну, все равно я по максимуму стараюсь привносить. То есть я прямо написала, что я беру там в Магните, в Пятерочке. Вы в какой вообще супермаркет ходите, да? Да, в разные ходим. Разные? Штрейдинг. Ну вот, я прям написала, чего я там брала. Получается, чай зеленый, например, я много беру, да, здесь 59 рублей. И он не пыль, вот как дешевый продается в пакетиках пыль, а здесь хороший чай такой, натуральный, да, без всяких вредных добавок. Вот. Ну, всем нравится, особенно дети любят этот чай. Хотя те дети, которые вообще чай не пьют зеленый, другой, вот. Среди знакомых просто очень многие отзывались хорошо. Ну, и мне самой тоже нравится. Вот. Получается, ну, написала я список, чего я там беру. Потому что раньше брала я вот гастроном, знаете, да? На, да. Около, это, на Кирова. Там, когда нам дали вип-карту, мы там, ну, вип-карту там стали писать, сколько потратила за вот несколько лет, сколько денег там оставили в этом супермаркете. Ну, 5 миллионов сумма написана. Я вообще чуть в обморок не упала, я целый месяц в шоке ходила. Две квартиры можно купить. В общем, и директор там, он отдыхает, он где-то живет или отдыхает за границей. Не помню уж сейчас где, ну, какое-то модное место, да, вот. И я думаю, что-то я не хочу спонсировать чужого директора. Я прямо жестко села, написала там, чай беру теперь у себя, футболки там, не знаю, от трусов до... Тут и еда тоже есть, кисели, супы, каши, вот. Кофе тут есть и так далее. Ну, в общем... Все, я переписала, не говоря уж там прямая косметика, ну, я их редко беру. Вот, в основном хостовары беру. Это каждый месяц надо. Все стираем, прибираемся, вот, это все надо постоянно. Ну, и все. Так, я много не набираю, я такие средние заказы делаю. Кто средние заказы делает, 26% скидка. Кто большие, 35%. Вот, у меня 26%. У новичков пока 20%. Вот. Ну и все, то есть стараемся менять магазин полностью, да. Подарок новичку получаем, там еще есть стартовая куча шагов, постоянно какой-то набор в подарок, то набор хостоваров, то набор химического пилинга там для лица в домашних условиях, да. Вот, еще дорогие штуки. Вот, поэтому то набор духов, то набор кремов, ну все время, если заказы пропускать можно личные. Но если их не пропускать, вот просто подарками завалит компания. Вот. А так ничего страшного, если пропустили, ну просто слетели с подарков. Вот. Так что ничего страшного. В основном, ну, работаем. То есть размещаем рекламу, желательно не меньше 2 часов в день. Вот. По зарплате, значит, товарооборот магазина 300 тысяч рублей, там зарплата 40. И премия 55. Если в течение быстрого времени уложились, то премия удваивается 110, но она одноразовая. Вот. Есть еще следующие премии по достижении другого там товарооборота. Если, соответственно, в половину меньше товарооборот, ну и зарплата, соответственно, меньше. Ну или еще меньше там. Вот. Я потому что когда регистрировалась сама, у меня через 5 дней после регистрации была зарплата 1820 рублей. А через 3 месяца у меня была 37 600. Но я там до 7 работала на обычной работе. И у меня было только 2 часа времени. Там одной рукой суп варишь, другой рукой объявление раскидываешь. В общем,
Ну, поэтому долго я выходила, 3 месяца. Ну, у кого времени побольше, да? Ну, я с работы стою уволилась уже 2 года назад. Там еще и задерживали, и урезали, в общем. Ну, короче. Ну, я, в принципе, тоже ищу подработку, потому что у меня график, mm-hmm. день работаю, 2 отдыхаю. А, ну, хорошо. И так... на работе у меня, в принципе, времени есть. А, ну, вообще тогда хорошо. То есть, в принципе, можно за месяц на такой же доход выйти, как я вот 3 выходила. Mm-hmm. В принципе, ну, тогда добавлю я сейчас в чат в обучение, да, по любым вопросам звоните, пишите, все сопровождаю, если что-то непонятно. Ну, в обучении там все пошагово, то есть uh-huh. как открыть прям аккаунты, прям все расписано, да, и плюс еще uh-huh. есть видеоурок, чтобы прям показать, куда нажать, если кому-то непонятно. Ну, у всех разный уровень пользования интернетом, вот, поэтому все настолько разжевано для всех, чтобы было вообще всем понятно с нуля. Ну, мы тут все с нуля. Я вот Инстаграм 2 года назад, меня вообще там не было. Для меня это темный лес такой был. Вот. А вы в Инстаграме есть, да? Да. Ну, вот вообще супер. То есть обучение за 3 дня проходим. Первый там чат про начало работы, основы, там 3 часа информации. И все, приступаем к открытию аккаунтов по инструкции. В принципе. Вот. Ну, все, было очень приятно познакомиться. Ага, мне тоже. Ладно, завтра буду целый день. А, Телеграм вот на этом номере, да? Да. Ага, а то у некоторых две сим-карты, и бывает не на том номере. Я проверю, если на другом, ага. Я напишу. Ага, ну все, тогда ага. Сейчас найду, ага. Там и скину обучение. Ну все, до свидания. До свидания.